Пушинка, не получилось тебя на остров свозить. Не работает лодка сегодня. Придется ехать на Богдановскую сторону. Пушинка. Ну, дети, вы что же можете сюда смотреть? Пушинка. Ну, Лёва, ты один не смотрел. Пушинка. А вот и грибочки. Боже мой, какая вода красивая. А ну покажи мне, я сейчас посмотрю. Показывай, где паутинка? Ага, действительно, на паутинке капельки росы собрались. Удивительное чудо. Я нашел какие-то грибы. Я думаю, это поганочки. Может быть, конечно, и опята, но мне больше похоже на поганки. Пикничок на берегу реки. По синичи. Пушинка. Хорошее место для пикника. Ну, ты сейчас за нее просто лишняя шкура, откуда эта шерсть от тебя отвалится. Ты же сказал, что это дерево колючее, да, киска? Колючее, да? А, ну, не знаю. Да, он хвост цепляется за веточки. И шерсть будет оставаться. Потом из себя пушинка весной гнездо совьют птицы. Из твоей пушистой мохнатки. Так, ну докушиваем и идем грибы собирать. Я докушала. Какие грибы мы будем собирать, дети? Может быть, шампиньоны. Еще. Пока что мы нашли вот рядовки. Рядовку, синюю ножку нашли. В общем, уже попробовать нам будет на жареную рядовочку сегодня с лучком, со сметанкой. Вкуснятина. Но это только начало. Еще найдем. Где? Я там только что мимо проходила, там ничего не было. А она есть, да? Да, это синяя ножка. Привет, красавица. Нож вот, Левушка, бери. А, да, кстати. А у тебя есть свой? Ну, бери любой. Под самую землю срезай. Много плесени зайдет. Ой, как она вкусно срезается. Боже мой, вкуснятина ты наша. Алена, ты посмотри, какая большая. Еще чистая. Чистая, красивая. Полезай в корзинку. И вот еще один. Да. Это Алена Дружачка. Это уже опенок. Это опенок, дети. Это осенний опенок Алена нашла. Самый первый в этом году осенний опенок. Да, это он. Он. О! Еще одна гигантелла.
Смотрите, совсем рядышком была. Еще одна рядовочка. Давай, срезай аккуратненько. Пониже срезай. Вот тут. Конечно. Да. Вот так красота. И шиповник уже вот морозом стукнутый. Красиво. Левушка, улыбнись, я тебя сфотографирую. Ты с росой, а ты с синей ножкой. Ближе друг к дружке вставайте. Росу вот так. Синяя ножка вот так. Мордочки веселые, нож сзади убери. Вот так. Улыбаемся. Ах, вы мои охотники золотые. Так, Пушинка, не бойся, грибы лучше ищи. Ты на охоте, тихой. Вот такой ищи, фас, Пушинка. Фас. Папа, мы два гриба гигантских. Смотри. Это Алена. Ой, смотрите, еще. Еще. Максим, иди сюда. Еще нашли? Пока что нет. Нет. А Пушинка? А я нашла очень красивый цветочек. Звездочку. Кто сюда забрался? А, я их немного видела. Красавица. Пушинка, у тебя все хорошо? Детка. Домой не хочешь? Усы не болят? Все нормально? Ну, пошли тогда дальше. Грибы искать. Пошли, пошли. Нашла еще древесный грибочек. Он вот тут висел. Нечаянно его хотела потрогать. И он отвалился. Вот такой красивый с обратной стороны. Как соты. Похож. Похож на соты. Пушинка, грибы ищи. Идем, идем, конечно. Какое-то растение высохло очень странно. Идем, Пушиночка. Вот, нашла еще какую-то симпатичную поганочку. Сейчас я к тебе проберусь. Ой, какая красавица большая. А я нашла опяток. О, тоже хорошо. Непонятно. И вот синеножка. Мама, что такое? И вот еще синеножки. А, не знаю, сейчас посмотрю. Вот это точно синие ножки. Это синие. Срезаю. Вот это их три. Их больше. Нужно разгрести аккуратно листочки. И, возможно, ты найдешь еще. Кстати, вот эти два я под листочком нашла. А этот мне подсказал. Вот так урожай. Алена, смотри. Анюткины глазки. Фиалочки. Ой, какие красивые. Красотулечки. Что там, папа завалился на бочок? Тоже капельки. Красота. Алена, ты видела, как красота? Мама, посмотри. Что там? Смотри, какая большая. О, ничего себе, гагантила. Ага. Фиалка трехцветная. Ага. Я такую никогда не видела. Угу, я тоже. Давай понюхаем. Запах... Он прям пахнет, не как всегда. Он прям очень сильно раздает. Так, тут хорошо. Что ты там раздаешь? Сейчас я понюхаю. Красивенький, красивенький. Да, аромат восхитительный. Конечно, пойдем.
Кошка, ты нашла грибы? Конечно, нашла. О, вот это урожай. Вот это жареха у нас будет, луковая, грибная. Алена, будешь кушать грибы? Да. Пушинка, ты будешь кушать грибы? Ну что ж, идемте назад. Хорошо мы погуляли, грибов насобирали. Итак, торжественное событие. Запускаем салют. Пушинка, ты готова к салюту? Давайте встанем все под салют и посмотрим. Максим повыше у нас, давай он запустит сверху на нас. Салют! Лёва, иди под салют быстрее! Эх, не успел, закончился. А ну, я видел.